Сегодня сотрудники ДПС провели рейд по тонировке у площади Победы. Инспекторы останавливали подозрительные машины и проверяли, как их окна пропускают свет. Попавшимся на нарушение выписывают штраф с требованием снять пленку в течение суток, либо предлагают убрать тонирование передних стекол прямо на месте. За неисполнение предписаний водителю грозит штраф до 4000 рублей, 120 часов общественных работ или 15 суток ареста. Проверки проходят еженедельно. Тем не менее, говорят сотрудники полиции, очищать стекла заранее водители не спешат. По данным ГИБДД, больше 12 тысяч автолюбителей Красноярска ездят с тонировкой. Мне так удобно. Удобно в смысле солнца там, погода? Да. Машину такую купил, сам не клеил. Все водители объясняют по-разному. Девушки-водители поясняют, что они просто стесняются. Хотя целенаправленно идут на данное нарушение. Нарушение закона. И, собственно говоря, получают штраф. Мужчины, как правило, отмалчиваются.